И паспорт еще слили. Жестко. Это жестко. Я священник? А у меня клоуна, наверное, забрали. А, я трейтер. Welcome to the station crew. Enjoy your stay. Ебать. Поздравляю со ставочкой, ребятки. Так, name change. Jesus. Ой, мужички. Да, это, конечно, сейчас будет интересно. Так, убить Эндера Пекалини. Опа. Сделай так, чтобы не сбежала живым Василиса Некрасова. Это тяжело будет. И свалить на шаттле. Вино Джереми Кузняк им знаем. Дети мои. Дети мои, скоро начну делать священное вино. Оно даст вам знания и силы духа. Также провожу исповеди, гоняю демонов и клоунов. У тебя специальный набор для ты... Ага, блин, и что у меня же там за набор? Сейчас, подождите-ка. Так, что же у меня за набор? Альфа. Вульп ТР разгоняешь? Естественно. Блин, забыл уже как это делать. Так, 539 альфа. Миссионер старткит. Коробка с миссионерским посохом, миссионерскими одеждами, Библией. Мантии посохом связаны между собой, что позволит многоразбежным обращать жертв на расстоянии. Чтобы не принять ваш приказ, Библия для библейских вещей. А, ты имя своей веры выбрал? Отец Гигалули, отец Гигалули у меня вера. Так. Ну ладно, куплю миссионерский тогда этот. У меня еще 5 остается. Так, у меня еще остается 5. Мне теперь нужно объяснить как-то, как это работает, херня. А Хоп-то трейтер, да? Напоминаю всем персоналу, знание правильного заполнения документов сильно облегчает мою и вашу работу. Понял. Опа, подожди. Хей, святой отец, да. Пустите ваши техи. Зачем? Мне поискать объекты надо. Какие? А кто сказал? Ну... Это стандартная процедура. А, да? Ну ладно. Спасибо. Священник
А чё, меня изгонять надо? Клоуны бывают очень плохими. Поэтому никто от этого не застрахован. Я то есть плохой? Я пока не знаю. А зачем от меня изгонять? Это не смешно. Эх, ладно. Не буду я тебя изгонять. Не бойся. Так, сейчас мне нужно зайти на сайт SS220 и посмотреть священник трейтер. Миссионер стартер кит. Точно? Да-да. Да-да. Так. Миссионер стартер кит. Так, вещи синдиката. Сейчас я найду, секундочку, ребята. После того, как вы наденете свою мантию и активируете свой посох, вы можете превратить людей в своих рабов на 10 минут. Люди с имплантами на шелдане восприимчивы. Обращенные в основном стандартные рабы, как будто в них имплантный слейв. Так что вы можете распространять ими по своему сценарию и сообщать о них админам, если не подчиняются. А эта ряса узнается вообще? Типа, ну... Могут ли ее распознать другие? Наверное, нет. Бля, ее хуй спрячешь теперь. Палку в книгу можно засунуть? Не, нифига. А ее вообще никак не засунешь. Red Holy Staff. Блять, а что мне с ним делать теперь? Не в эту, а в какую? На спину можно повесить посох. Понял. Вам за содействие. Спасибо. На спину он тоже не вешается. Там еще одна книга внутри в коробке. А, вот, сюда прячешь. Точняк. Да нихуя, ёпта. На спину вместо... А, вместо рюкзака. Все, понял. А он запрещенный? Ну вот если узнают, то тогда, наверное, запрещенный. А вот, реально могу. Ну, вот так буду носить, ребят. Все, я его спрятал. Сумка в руке. А мне бы чемоданчик, на самом деле, знаете, типа, как у АВД. Так, а как мне обращать людей? Чем помочь? Отец. Это я, да. А ты новый персонаж после Мари Келли? Чего? Не совсем понял. Я не Мари Келли. Старик. Сатирк.
Вера моя сильна. Но он мне не задал, он мне ответ дает. Ладно. У меня дела, сын мой. А ваша? Ну, тоже сильна. Видишь, какой бункер у меня тут. А, вино уже готово. Вера моя сильна. А, это, блядь, я перепутал Карла вот этого с этим. Да-да. Он тоже трейдер. Он тоже трейдер. Я, блядь, перепутал их. Я перепутал чуть-чуть. Чуть-чуть напутал. Немножко ошибся. Николу Хрисон еще видели? Он твоя цель? Идем сюда. Заходи. Заходи, заходи на исповедь. А, блядь. Сейчас я с ним потеснюсь. Ляг. Ляг. Ну, давай, рассказывай. Рассказывай. Так, диск нюки. Так, нужно протестировать кое-что. Ой, блядь. Ой, прости. You must... Тесно. Как это работает, блядь? И убить Генри Работягача. Вы такой теплый. Все, хватит. Позже, позже приди. Приди, СБшников много. Итак, сын мой, благословляю тебя. Да, блядь, да как это? Спасибо. Отлично. You must clean your stuff. Asset a missionary conversion. Сразу на душе легче. Блять, как это с... А, мне книжка нужна, блять, в руку. Наверное. Да, мне нужна книга в руке. О. О, святой Гигалулий. Падре, мое почтение. Да, что, в чем дело? В чем дело, ребята? Все спокойно? Конечно. Ведь мою церковь охраняет отец Гигалулий. Какая нахер книга? А, по робе? На робу кликаешь посохом? Сейчас попробуем. Омега Лули есть? Омега Лули. Но это высший бог. Пойду посру. Так.
Знаете, откуда этот мем? Вот этот. Пойду посру. Бля, охуенный фильм. Да. Смотрит. Ух, о, бля. Так, мне, короче, знаете, что нужно сделать? Сейчас. Интересно, ему манслейвнули уже? Короче, я сейчас, знаете, что делаю? Если у него нет манслейва, я его сейчас сделаю своим рабом и говорю, через 10 минут приходишь ко мне, засовываешься в печку и умираешь нахуй. Я же волшебник, блядь. Или космируешься тупо нахуй в космосе, блядь, в гробу. Без ничего. Скажу, пришел капитан, что-то сел и все. Ого, очередь. Но, возможно, еще не вкололи, типа. Возможно, еще не вкололи. Я спрошу у него. Там ставили. Я сейчас зайду, типа, скажу, что я тоже трейтер там туда-сюда. Так ты посох с роба не взял, чел, вот он, вот, вот роба, вот посох. А еще там книжка лежит. Вот это вроде. Understood? У меня просто под одеждой, я под плащом все прячу. Нет, он не, он скорее всего не умрет. Тикет, пожалуйста. Я сейчас спросил на вину. Так, Ким. Так. У меня есть знание о вашем вине. Никакое вино не несет знаний. Оно несет лишь силу веры. Ведь вера наше все. Вера сильная, это верно. Приходите, приходите ко мне. В церковь, ребята. А то там скучно. Бывает. Гигалулей. Отец Гигалулей. Наш бог. Первый раз слышу. Ладно. Я заскочу. А мой посох бесконечный, или у него есть заряды там какие-то, или чё? Как это работает, господа? А посох нужно привязать к робе, типа? А, да? Или, блять, как это работает, я не знаю. Я вижу, что Эндер Пикалини. Да, он тоже свой, он тоже свой. Я видел это. Бля, Хелл, как работает эта херня? Синдиката, Саплинка, конечно, вышел. Сюда выхожу, Саплинка. Бесконечно будет идти каст, и ты выкричишь подозрительные слова.
Я не знаю, Ильяс, я не знаю. Я первый раз играю за священника трейтера. Я его с этими шмотки вообще не шарю. Сейчас узнаем. Все в процессе, ребята. Все в процессах. Поглядим. Ну, как бы здесь слова скажут, что это религиозный обряд. Да. Так. Хоп. Мне... Я слышал зов Бога. Игалулия. Отца. Он сказал осветить... Надо ваш кабинет и мостик. Чтобы зло не проникло. Отец, за мной. Слушаю. О, вы тут капитан, да? Джереми... Я перепроверю. Джереми Кузякин. Вера. А, так. В общем... У вас что по целям? Так. Пистолет. И шахтер. Какой шахтер? А у вас? Василиса Некрасова. И... Хранилище, напишу ему. Так, Маки Куросава, а это... Слушайте. Насчет шахтера переживать не стоит. Вам поставили пит разума? Нет. Блять, как работает? Линканул. Как его линковать? Вы должны связаться с после набором сельской речи, прежде чем связаться обратиться. А как его связать? Так. В общем. Уже. Освещу. Давайте освещу. Говори слово. Ой. Боги, услышьте. Боги, услышьте меня. Так, все. Теперь ты мой раб. Так и да. В общем... приказы, хозяин. Тебе. Ты моя цель. Прости. Тебе нужно. Тебе нужно. Бля. Ну что поделать? Тебе придется сделать суицид. Можешь полезть. Печку у меня или космироваться. Как хочешь. А чё диск? А зачем мне диск? Вы не должны быть рядом со мной. Хорошо. Передай еще мне диск.
Парамедик, а с капитаном все хорошо. Капитан, вам бы датчики включить. Включи датчики. Ну, Поттера Житкус уже палился на стрим-снайпе, ну... Ладно. Похоже, занят чем-то важным. О-ло-ло! Гигалулей! А где диск-то? Отлично. Ну что же. Спасибо вам. Вы сами, да? Вы сами, да? Ну что же, спасибо вам, Святой Отец, что осветили мой кабинет. Блять, мне его жалко. Коробку забери палево. Какую коробку? Библию ему отдай. Зачем? Он с диском вместе сгорит. Давайте выпущу вас. Я пойду СБ освещу. Перед тем, как прыгнуть в печь, закричи что-нибудь про суицид и все такое. А ты сам точно справишься? Принято, 1007. Вы значит не против, если я отдел освещу? Как раз ГСБ тут. Не против. Ой. Ладно. Я пошел. Так, ну я ему сказал. Капитан. Кэп, да-да. У вас там датчики. Какая цель? Харвестер. Помню, у него 10 минут. Я забыл книгу. Где-то тут моя книга. Точно была. Забери у бармена пистолет и застрелись. План меняется. Сейчас. Времени нету. Он раб на 10 минут. Я писали, в курсе. Так что не тяни. Да-да-да. Да-да-да. Спасибо большое за 15. Бармен. Привет, Муня. Привет, нога. Здорово. Спасибо за ресап. Я думал, банана хунг. Да-да. ГСБ. Вы мне нужны. Да? Ну, мне надо отдел осветить. Ходи немедленно, тебе СБ возьмет за жопу сейчас. А мне надо? Ну как же... Отец Гигалулей. Бля, ну что там, будет выстрел, нет? Ну чё так долго? Застрелился. О! Силы небесные! Капитан! Капитан!
Капитан! Нет! Помогите ему! Нет, вроде суицидников не резают. А что случилось? Капитан совершил самоубийство. Большой грех. Господи Боже! Что же творится? Мне нужно отпеть его. Батюшка. Самый тяжкий грех. На душу взять. Благословите на хорошую смену. Приходите, приходите в церковь. Так, надо отмыть кровяную все. Не-н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 е. Да в смысле палево, блядь? Ну, что? Его уже откачали? А, в смысле, ты прям вилку? Я слышал выстрел. И он потом лежал мертвый. Нет, суицид не резается же, камон. Блять, или его откачали. Нет, пульса нет. Из него выливается уже как... Твою-то мать. Да ебаный рот, быстрее. Не-не-не, да это суицид не резается. Вы чё, мужики? Это ж суицидник. Не волнуйся, как умер. Так, одна цель есть. И сразу я выполнил челу с диском. А как его звали, блять, доктор? Так, пока что мне нужно спрятать посох. Опа. Да, дитя? Чем тебе помочь? Так, ладно. Блять, когда... Голос Лего. Ты что меня душишь, чел? Я же слышал выстрел. Я знаю, что он голову отстреливает. Другого выстрела там быть в баре не может. Не реагирует на какие звуковые раздражители, продолжается петь. Пить, что ли? Брызнул святой водой. Не, АФК-шеров нельзя словить. Спит, походу. Резко подскочил на кресле. Да, дитя? Чем мне тебе помочь? Мне рассказать, как это было, или побежать до конца раунда? Да лучше до конца раунда подержать. Что, капитан умер? Бля, вот Инфил Элфинлит вроде дотера, так хорошо РПшит. Я прошу прощения, что отец. Ну, можно было как-то начать вести все на расстоянии. Я люблю брызгать. Такова моя служба.
Все дочери играют за девушек? Не знаю. Не знаю, ребятки. Я вообще такой пришла обратиться за помощью. Да? Я тебя слушаю. Исповедь? А мы так будем говорить, типа, ну здесь. Заходь. Заходи. Приляг. Развались. Развались на стуле. Я тоже зайду. А, да, кстати, пинпоинтер за диском же может прийти. Точняк. Но... Да-да-да. Как звали того чела? Срочно. Мне казалось, что есть еще параллельное помещение. Нет? Но пока они не заметят, что диска нету. Блять. Слушай. Мне прям срочно нужно помолиться. Через 10 минут приходи. Блять, как этого чувака звали, ёпта. Как его звали? У меня Ким. Да-да? Да, пизда. За что? А, все, мне пиздец, да. Все, я наигрался. Стойте! Капитан, это личная просьба капитана. Сохранить. Тайне. За что? Чего это? Вы сразу на меня наручники. На деле. Его привели в чувство. Блять, вот это не мое. И коробка. А что коробка? Обычная коробка. Пизда мне. Он дал диск, пошел, застрелился. Вот так вот просто. Он сказал сохранить его, что бы ни произошло. Я откуда знаю, что у него на уме? Он сказал просто сохранить. Я сохранил. Диск-то где? У меня. В одном месте. У меня. В каком? Ну, поинтер. Снимите наручники. Я отдам. Боже, почему я не записал все это на диктофон?
Опачки. Так вот. Пойдем-ка, ну пошлите. Это была последняя просьба. Его вещи возьмите. Нахуй не нужно было этот диск брать, ебучий. Все заруинил мне. Да я сейчас буду съезжать, что скажу, типа, я пришел, он сказал, типа, вот хочу исповедоваться, так и так, устал жить. Сейчас выдумаю что-нибудь, какую-нибудь историю. Я ничего не сделал. Я просто выполнил просьбу человека. Сохранить диск. Да, надо было пинпоинтер пиздить. Пиздец. Я забыл сам про него, блять. Я давно не играл. А чё, бумеры еще не забанили? А за что его банить? Вы знаете, что это? Со слов капитана. Это диск, который... Это вещь, которую нужно сохранить до глобального кризиса на станции. У него была исповедь. Он взял с меня слово. Что? Я сдержу... Я сохраню этот диск. Я не знал о его намерениях. Но выполнил его просьбу. Ибо Бог свидетель. Проверьте. Он лично мне его дал. А код какой? А код зеленый вроде. Зеленый. У меня перчатки. А отпечатки? Отпечатки капитана тоже должны быть. Он же лично мне его дал. У меня тут вообще веселуха. Да, это, блин, тупой этот диск. А чем я его взял? Где вы там с ним говорили? У него в кабинете. На мостике. Вы нас потом видели. И о чем конкретно? Исповедь была. Я не могу разглашать ее. Можете садить. Это тайна перед Господом. Так вот, high risk. И капитан дал сам. А ваших отпечатков нет. Как это нет? Я трогал ее неоднократно, когда он мне ее передал. Ваши бредни религиозные. Как ваш там бог называется? Отец Гигалурий.
Я не сделал ничего криминального. И чист перед Господом. Я не мог знать о намерениях капитана. Но он сетовал на то, что берет с меня священный обет о том, что я возьму этот зеленый диск и сохраню до времен кризиса на станции. Я выполнил свой долг. То есть вы хотели сохранить у себя, да? Когда наступил бы кризис, мне бы пришлось передать его кому-то из вас. Наверное, даже вам. Остальные трейдеры там спокойненько, блядь, делают свои делишки, спейсики. Молятся. Что-то шепчет. Под мониторинг. О. Я могу отсидеть столько, сколько нужно. Если так, гласные правила, то я выполню их. Можете садить. Я не против. Свободны. А вещи? Где мои вещи? Какие? Сумка. Вы видите ее на мне? Оно, да. Спасибо. Ебать! Легкая! Легкая, ебать. Блять, это было жестко. Так, ладно, мне нужно Василису Некрасову заколдовать и сказать ей тоже сделать суицид. И все, и потом просто съебаться на шаттле. И у меня грин-текст. Водки. Я хотел трейдеру другому диск передать, другому трейдеру помочь. Ну а чё, если можно все махом сделать? Бармен водки. Что вы наделали? Это водка капитана. Я не знал. Тут погиб великий человек, наш капитан. Эта рюмка символизирует душу капитана. Можете себе заказать выпить из-за упокоя души капитана. Я отпою его в церкви. Вы выпили его душу. Бог простит. Вы детектив, да?
Вы детектив, да? Нет, наоборот, Василиса не должна свалить. Не дайте сбежать с шаттла. А где бабка? Сегодня чил. Нет, я барбер. Барбер. Ну ладно. Кто такая, блядь, Василиса Некрасова? По-любому... Ну, конечно же, блядь, студент-ученый. Я правда ничего не сделал. Я лишь дал священную клятву капитану. Пизда, падаем. Ну, у меня тоже, кстати, подлагивает без рофлов. Боже. Библия моя. Молит, получается, время молит на знание. Амелия. Амелия. Я освободился. Глянь, план выше. План капкан. Берешь ее под контроль, говоришь, что она тебя стоматон нахуярил, забрал твою карту и сожрала себя в крематории. Или орала в рацию, типа, у меня, блядь, граната. Прочищает горло. Исповедь нужна. Никаких проблем с СБ, ну как вам сказать. Капитан просил, чтобы никаких проблем. Зрачки мутнеют, бля, я ее конвертить начал. Что с вами? Ну я не стал, я прервал заклинание, я ж не сказал дуву, ололо, гигалул. Амелия? Не знаю. Может, врача? Врача! Позовите врача. Врача! Девушке плохо. Демон Соус, мы сегодня посмотрим эту ночь, но еще ДБД впереди. Смотрит паутинным взглядом в потолок. Я ничего не делал. Я ничего не делал. Ребята, это не я. Ломайте палец. Спрячь папухоз. Да я ничего не делал, блядь. А чего валяется тогда?
Я не знаю. Хватит меня обвинять. Я врачу. Господи, услышь меня. Услышь мой зов. Тут происходит безумие. Что с ней? Что с ней? Так что, что, так что с ней? Она в коме? Она в сознании. Закрывать глаза. Я знаю, как ей помочь. Только лишь Бог. Бог поможет. Кладет руку на лоб девушки. Боже! Отец Гигалулий. Священный наш голос. Обрати свой милосердный взор на эту несчастную. Защитник людской расы. Молю тебя, даруй ей силу, которая не снилась ее отцу. Боже, услышь меня! Поднял руки в небо. Услышь меня, Боже. Даруй ей то, чего она... Даруй ей здоровье. Очисти ее душу. Господи, Иже се на небесе. И в космосе. Да светится имя твое. Да придет царствие твое. На земле, на станции. И в космосе. Святой Отец. Вы что со мной такое делаете? Тише. Тише, тише, дитя. Я скоро закончу. Почему тут так много людей? Стих 12. От... Блядь, как они там пишутся? Стих 12. Стих 12. 2 числа. От... Евангелие. Милосердный и обратил милосердный Господь свой взгляд на лик беспомощной девы и наполнила и почувствовала дева взор священный. Полной теплоты и воспряла дева с новыми силами
господними. И встала на ноги. Аминь. Стих Евангелия на этом кончается. Сила Библии работает. Поцеловал Библию. Поцеловал в лоб девушку. Аминь. Пойду посру. Да-да. А, падре. Есть что-то, что бы хотел продать. А вы торговец? Или интересует товар? Вы знаете, мне бы трубку курительную. Поищу. Если что, найдите меня в церкви. Вы не поверите, чат, но я в детстве, у меня были мысли. Святой отец, это месячные. Лечится только кремацией. У меня в детстве, ну, мне мама рассказала, что я, помимо того, что я говорил, что я хотел быть президентом Беларуси, она говорила, что я еще хотел быть святым отцом. Без шуток, типа. Батюшкой стать. Типа, ну я в детстве так говорил, что я буду батюшкой. А чё вы ропите? Чё у ребенка может быть еще? Я занятаюсь в инженерном плане. Скривил лицо. Как ты себя чувствуешь? Амелия. Выбор-то батькой или батюшкой? Я больше рофлю с президента. Намного лучше святого отец. Спасибо вам большое. Это еще не все. Ты можешь податься ко мне на службу. Если хочешь. Господь бросил лик на тебя. Но я так не рассказал о том, что хотела. Да, я уже в курсе, сукац. Давайте обсудим это без лишних глаз. Хорошо. Ладно. Хорошо. Готова ли ты служить Господу? Погодите, куда вы так торопитесь-то? Во-первых, скажите мне, что вообще тут произошло-то со мной? Скорее всего, вами пытался завладеть демон. Или бес. Как угодно. Не помню. Но вам не помогли ни медики, никто другой, кроме Бога. Бога? Отца Гигалулия. Да.
Это единственный истинный бог. Так. А кто-то шарит, кто такой Гевелули вообще? Есть тут люди, кто понимает, что это, кто какой это бог? Этот бог, он ведь всемогущ, правда? Конечно. Он может все. Ты можешь ему послужить. Но нужно дать священный обет. А если, предположим, опустил голову вниз. А если бы я стал служить ему, то... Да, вы бы получили власть, которая и не снилась вашему отцу. Он мог бы вернуть кого-то из мертвых? О ком идет речь? Знаете, когда я жил в Космо-Бруклине, в 96-м, я немного практиковал некромантию, так что, может быть у меня получилось. Так, сейчас там какой год? 2250 какой-то, блядь? Короче, там где-то в 25-90 каком-то, блядь. Не-не, не 2022, ребят. Я бы хотела вернуть... Закрепила взгляд на ручке на столе. Ребята, у меня к вам срочное обращение. Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год. Ладно, пошутили, хватит. Так, я бы хотела вернуть своего брата. Брата? Ты же знаешь, чтобы вернуть кого-то, нужно заплатить большую цену. Я заплачу любую цену. Расскажи о своем брате. И потом запиши воспоминания, лучшие воспоминания о нем на листочек. Бумаги. Чтобы я хотел знать, как его звали.
Да я же священник из синдиката, блядь. Я сейчас за слэбью скажу выполнять мои задания. Душнило, его звали Душнило. Душнило? Вы что, славяне? Да, именно так. Правильно будет, если слишком много времени тебя маячит. Мама гораздо была на странные дела, не повезло ему. Мое мне дал мой отец. И как выглядел твой брат? Кубом работам просил тикеты. Станционный смотрели, отлично работает. СБ в скобочках нет. Ну как, 186 крепкое сражение, лысый с такими смешными усами на лице. Лысый? Ну, наверное, очень умный. Нет, совсем нет. Значит так. Напиши лучше воспоминания на листке. Из детства, из жизни. Тащи сюда корову и мелки. Будем воскрешать твоего брата. Но ты сослужишь мне и моему богу. Я поняла. Положи руку на стол. Так, клади руку на стол, ладони вниз. Разворачивает ладонь. Протыкает палец ручкой. Забирая каплю крови. А это для того, чтобы ты помнила. Так, you prepare a blessing, click on target to start. Кладет палец в рот. Тащи корову. Это древний и опасный ритуал. Если что-то пойдет не так, душа твоего брата переселится в твою. И он застрянет в твоем теле на какое-то время. Но мы справимся. Это чем-то чревато?
Я не знаю. Выбор невелик. Я пойду на поиски коровы. Вы о чем? Не твое дело, клоун. Почему? Потому что ты клоун. Режим токсика. И что? Это секретные, секретные дела церкви. Да, я хочу ПРП продать 10-минутный мэнслейв и ее ебанутость. То, что у нее селился брат, абсолютно верно. Я все это придумал. Ну тогда простите. Слушайте. Ебать, кто это? Вы это? Вы этого? Библиотекаря. Неа. Бегал где-то. О, корова. Теперь нужен нож. Куда ее вести? Нож? Да. Святой отец, и да-да, я работаю. Но зачем нож? Как поживаете? Клоун, зайди в церковь. Пипа? А почему зовут Пипа? Я привязал ее кресло, хорошо. Идите за ножом и мелки. И мелом. Так, а чем вам помочь? О! Любопытно. А мы уже раньше... Мы же раньше уже встречались? Ну, мы же раньше не встречались. Точно ведь? Вера, наверное, все дела. Сообщение от Тамада, Баян, услуги. Вам. Вам. Понял. А, Максон знает. А, Пипа, что-то знакомое. Что-то от Максона. Семь, два, два, да, Игорь, блядь. Да хорошо. Таксик. Да-да. Мелкие есть? Есть. Сможешь руну призыва нарисовать. Но только по-серьезному. Но только по-серьезки. Это как? Сейчас. Блять, у меня же другая библия есть. Так. Подождите. Библия. А вот. Открыл нужную страницу Библии.
Вот эту. Можешь? А, ну... Священник. Доброй ночи. Да-да, ребят. Можете пройти с мной, я работаю. Через 5 минут. Я понимаю, к сожалению, приказ ГСБ. ГСБ приказал вас арестовать. Ребят, 5 минут. Реально. Пройдемте со мной. Сейчас. Портфель возьму. Не обсвойственно никак. Ну ладно. Окей. Идем. Святой отец, простите. Мне нужно идти. Я не знаю. Какие-то подробности, что ли, всплыли, или что? Я не понимаю. Ну а какие подробности, блять? Я там все видел. Там вообще чист. Оливер Твист. Сейчас вызову ГСБ. Как скажете? Так, и что на этот раз? Бычьи аномалии. Привет, падре. Как дела? Ну как у меня могут быть дела, когда я здесь? Очевидно, что не очень. А вы правы. Знаете. Дела уж правда не очень. Я ничего не сделал. Ребята, я все сказал. Разрешите вас обыскать пока что? Да у меня... Да я гол. Да я чист. Вещи на пол. Все. Только плащ. Сумки нет. Посох также сдайте, пожалуйста. Что? Что, отнимите палку у бедного священника? Интересная палка. Обычная палка. Как у всех священников. Откуда она у вас? Как вы ее получили? Эта палка даруется всем адептам школы отца Гигалулия. Обычная деревяшка. А она из чего-то даруется? Может, превращается? Понятия не имею.
Просто дерево. Как, например, из Нудева Скипетра. Знаете, мне тут птичка одна с капитанскими погонами нашептала. Кажется, она входит на набор предметов учреждения. Школа Гигалулия. Абсолютно спокойный. Религиозный предмет дается единственным экземпляром на церковь, вернее на священника. Вы с ней прибыли? Да. Вы это сделали из нулевого рода, вы это хотите сказать? Я лично ничего не делал. Она мне была передана как священнослужителю. Не, да его никто не поднимал, Good Company. Это они что-то душить пытаются. Да это не этот капитан, наверное, блять. Тот уже давно мертвый. А нет, блять, он живой, активный. А лол, он живой. Дружок пирожок. Я выполнил вашу просьбу, капитан. Как вы просили. Я нихуя не помню. Вы отдали мне диск и сказали, чтобы я его сохранил до первого кризиса на станции. Я выполнял ваш долг. Это все. Голову лечите. Реально? Так все и было. Я не знаю, как воскресили суицидника. Я думал, он мертв до конца. Давай, Вирджил, доброй ночи. Так, давайте-ка еще раз. Вы мне сказали, что вы ничего не давали. Ага, я сам взял. Да? Он попросил. Он сказал, дай священный обет. Я дал. Да, летний солнцев. У нас тут так все регулируется. Стример регулирует, он наш сервак. Я вам сказал, ты навелся, никто ничего не говорил. Вот и оговорился. Мы пришли на мостик, осветили его. После пошли в мою каюту. Нет, не ходили. Вы врете.
Как это? Так это. Мы стояли возле вашего столика. А, ну я называю... Все это пространство каютой. Вот после нашего стояния ничего не помню. Пелена какая-то. Вы мне сказали... Я тебя сейчас кое о чем попрошу. И поклянись, что выполнишь это. После вы дали диск и сказали беречь его до первого кризиса. Потом мы говорили о том, чтобы осветить отдел СБ. Как вы описали моих психологических в тот момент? Я был дерганый? Нет. Вы были абсолютно спокойны, но весьма странны. Я священник, а не психиатр. У вас очки на глазах. Как я могу их увидеть? Я к ним так привык. После вы передали мне диск и сказали идем. Я спрятал его в Библию. Его под надзор, но не садить. Это не мое. Это не мое. Я ни при чем. Снимайте отпечатки. Мне надоело. Я могу идти? Давайте вернемся к теме предметов. Ну, сейчас-то меня тут и задушат, блять. За палку. Один религиозный предмет на священника. Вам выдали этот посох? Да. Обычная палка. Вот. Так, понятнее? А нулевой стержень? Что такое? Какой, что за нулевой стержень? О чем вы говорите? Что это, блядь, такое? Странное ощущение у меня после вашего удара, ну да ладно. Лекс. Я тебя просто ударил. Серёха, спасибо огромное за рейд. Спасибо большое, ребят, здорово всем.
Как будто палкой ударили. Приложил руки к лицу. Твою мать, блять. Падре, вы не нервничайте. Да вы меня лишаете работы. Спасибо огромное. Здорово всем, ребят. Когда меня бил детектив, я такого не испытывал. Вы понимаете, что это 47-я статья? Я же вам в тысячный раз. Священник, у вас точно его не было? Я же вам в тысячный раз объясняю. Я уже приехал с этим посохом. Мне его выдали в школе адептов Игалулия. Сколько раз мне это повторить? Мы говорим про стержень, а не посох. Стержень, скорее всего, в шкафчике. Вы же меня обыскивали. Итак, падре, простой вопрос. Что вы проповедуете? Религия нашего общего отца Гигалулия. Защитника людской расы. Милосердного и справедливого. Это такая христианская ересь, да? Это не ересь. Это вера. Вы. Я могу работать? О нет, у него палка! О нет! Я посох нашел. Арестуйте его! У него палка! Где ваш Варден? Не поясничайте. Знаете... Я всего лишь работал. Святой отец. Идем, дитя. Ой, блять. Любой стержень можно превратить его в другой артефакт, использовать свой аргеш, превратить его в 18 штук священника, с которым он десантируется, а то нашли посохи. Минутку. В моем рюкзаке? А где мой рюкзак? А.
Нет у меня нихуя. Значит, тот чел спиздил. Надень это. Где корова? Я не знаю, нужна корова. Я удивлен, что капитана арестовали. Это прям для меня погерс. Да я, блядь, без гринтекста получается. Так, ну рот у Дек Бригга, на который ты рал, что у него палка. А зачем Вильям Пикер вообще взял, блядь, из моего... Если даже он у меня был в этом... если даже он у меня был в... Коу Прожерс. У тебя палка была? Была палка. Угу. Ты взял ее из моего рюкзака? Нет. Где палка? Могу отдать. Давай. Ну давай. Спасибо. А, Хоп уже был assassinated, и пох, что его резнули, гринтекст будет. Ну, надеемся, полиморф. Он же реально был мертв. Переоденься. Тебе нужно, как у монахини, одеяние. Но корова же. А где корова? Ее украли. Угу, угу. Как и нож. Отлично. А СБшники ничего не знают. Да? Они вообще меня игнорируют. Зато за мной глаз да глаз. Нам нужна корова. СБ в церковь. У нас кража. Что пропало? Корова и нож. Кого подозреваете? Может, видели что? Ничего не видели.
Клоуна кокнули. Я видел, видел, что клоуна убили. Видел, видел. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ставлю 100 баксов. Слышал о том, что наши педальки КМ повысили до практически полноценного главы. Я видел обсуждение, что он был принят, то что наверх. Как ты на это смотришь? А нормально. И на карго, в карго должен быть глава. И типа не карго не должно за хопом запределено быть. Там должен быть полноценный глава, который также отвечает за карго, за поставки. Свидетелей нет? У нее. Спрашивайте. Вы меня держали в допросной. С кем играешь? С подписчиками. Вы знаете хоть? Потому что у меня посох. Потому что потому. Потому что. Потому что потому. Справедливо. Несите свинью. Ищите, несите, несите другое животное. Но я не знаю, как пойдет ритуал. Свинья подойдет, надеюсь. Или козу можно. Поглядим. Тут делать вас не слишком скрыто, но если вы сделаете вид, что это нормально, никто не моргнет глазом. Я сейчас буду нахуй делать ритуал, блять, с посохом при всех. Я посмотрю, как СБшники отреагируют. Мы с Амелией, я в принципе там крутую РПшку придумал. Я просто хочу посмотреть реакцию. Я почему-то ставлю, что меня нахуй повалят в пол. Приходите на блархолку в дормах. Мы купаем штуки, мы продаем. А, мы продумываем штуки, мы продаем штуки. Лучшее место, чтобы обменяться штуками. Я просто сейчас это из принципа уже сделаю. Мы покупаем штуки. Ну говорят, что суицидников, типа, что ассасинейт засчитался, и он, в принципе, у меня засчитается зеленым. Мне осталось, чтобы Василиса Некрасова не осталась, не была на станции. Куда ты пошел, блядь? Не понял. Стой. Стой, куда ты? Искать товары. Ладно. А это очень опасный. Итак, Амелия, вам нужно сменить одежду на более свободную. Можешь сидеть нам РНД. Да-да, могу. Но чуть позже. Сделаем. Пройдем чуть позже. Важно, срочное. Блин. Но у меня человек ждет
У нас коллегу убили. Уже. Может, у вас есть подходящая одежда? Пока нету. Найди что-нибудь. А я в РНД. Мигом. Кого убили? Вот Варвара. Имя не помню. Это сюда, да? Это сюда? Это тут? Здесь рядом тех убили. Что вам? О, дитя. Приходи потом. Потом ко мне на исповедь. Я не в настроении. Пошли осветим. Пошли. Будем освещать. Смотрите. О боги. Тут было самоубийство. Убийство. Я видел злого духа. Как он выглядел? В черном одеянии. Чем-то тупым по голове бил. Было очень громко. АСБ звали? Потом утащил в темноту, конечно. Какой-то демон. А то. Поэтому вас позвал, начинает шептать. Прочь, нечистый. У тебя здесь нет власти. Нет власти. Так. Он утащил дальше. Там страшно и темно. Я положил руку на плечо. Я хочу, чтобы Варвара Некрасова не смогла уехать со станции. Понимаешь, о чем я? Оу, понимаю. Так как ты теперь мой, выполняй приказ. У тебя 7 минут. Это приказ Бога? Да. Нет, это приказ дьявола. Как нет? О нет. Выполняй. Выполняй. А я пошел. Ты должен служить. Выпускай. О-ло-ло. Ну все. Чисто. Если что... Ты заходи. Спасибо, падре. Похлопал по плечу. Ваша помощь была неоценима. Кто-то. Выпускайте. Так. О, да, вот то, что нужно. Отлично, отлично. Это что еще такое? Что это? Где свечи?
Пока я тут переодевался, тут появился это. Откуда? Кто, у кого такие предметы бывают? Странно это все. Воздух мало. Мало воздуха? Бля, чуть не охуел. Вот это за горло. Может радиация? Да нет, вроде. Скорее. Ритуал нужно начать. Бля, конечно, СБшники тут бегают. Подводи свинью алтарю. Тише. Тише, дитя. Злые. Сегодня тут не только Бог, но и темные силы. Нужно начинать ритуал. Ты написала про своего брата на листочке. Да, клади. Зажигай. Думай о нем и призывай его. Начинает что-то петь. Душнило. Душнило, пожалуйста, иди на мой голос. Прошу тебя, душнило. Он здесь. Он тут. Он входит в тебя. О нет. Режь свинью. Скорее. О нет. Это то, чего я боялся. Душнило? Это ты в теле Амелии? Что я здесь делаю? Закрыл глаза руками. Задул свечу. Не выходи на свет. Ты не должен видеть себя. Тише, дитя. Так. Ты знаешь, кто я такой? Блять, ну ебучие СБшники, сука, все портят. Стоят, что-то пиздят. Надо же постоять попиздеть, да, блять, в церкви. Что ты сделал с моей сестрой, ублюдок? Тише. Ты в теле своей сестры. Ритуал был нарушен. Я знаю, кто ты мерзок мне. Мы хотели воскресить тебя. Она хотела. Теперь ты служишь мне и повинуешься тоже. Узри меня. Убрал руку с глаз.
душнила. Смотрит прямиком в глаза падре. Твоя сестра мечтала о том, чтобы воскресить. Но ритуал пошел не так, пошел не по плану. Теперь ты в теле своей сестры. Ты можешь вернуть ей контроль. Если захочешь. Что я должен сделать? Служи Господу. Отцу Гигалулию. Церковь происходит темный ритуал, живет напряжение. Кому тут надо собирать, тащить церковь и обыскивать? Да-да. А как служить? Я просто должен жить? Господа, нет, черт возьми, нет. Еще раз, ты скажешь так, раб Божий. Служи Господу. Буду служить Господу. Во имя Отца Гигалулия. Святого блаженного Георгия, епископа монахов ордена Гачи и Иезекииля, Рафаэля, Трандуила, Арагорна, сына Араторна, Call of Duty, Modern Warfare 2. Понял меня? Я пока попробую вернуть твою сестру. Глупое имя какое-то, но я понял. Да уж. Прибери тут. Прослезился от Гигалулия Филс. Ё-моё, Алансыч, здорово, Алансыч. 44 месяца уже, охренеть. Привет. Убирайся. Бомбичина нужна? Стоп. Староват я уже для обрядов. Мы не знаем. Кто-то сделал. Не мы. Все, как оно, Алонсич? Как тут, нащупывает наушник. Я хочу уборщика в церковь. Я хочу, чтобы Варвара Некрасова никогда не уехала с этой станции. Помоги мне, душнила. Я освобожу твою душу. Так. Да, у нее теперь две личности. После этого сестра вернется. Да. Как? Варвара. Василиса. Не Варвара, а Василиса. Да-да. Да-да-да-да-да. А что с ней станет после того, как я уйду? Вернется
Она даже... твоя сестра сейчас слышит тебя. Вы же в одном теле. Попробуй расслышать ее в чертогах твоего разума. Блять, я сейчас сведу с ума его нахуй. Ну, сведу с ума, блять, этого персонажа. Она где-то там. В глубине. Совсем одна. Услышь ее. Я приказываю. Я же, блядь, хозяин. Ублюдок, ты еще платишь за то, что сделал. Кто это говорит? Я пошел. Уборщик в коридор под кухней. Что это за хуйня? Как это убрать, блять? Как это убрать? Это робот? Ебать. Не, ну хотя ладно, можно и шаттл. Капец, уже час ночи, офигеть. Ебать, там СБшников бежит. Великое множество просто. Как они это сделали? Я не знаю, как это сделали. Демократия выиграла. Падре. Да, сын мой? Я должен признаться в своих грехах. Так, он больше не слейв. Наедине. Так. Похлопал по плечу. Пойдем, сын мой. А то с него слейв спал. Да, что такое? А, то, что вы говорили. Я не успел сделать. А, так. Я пытался с ней сблизиться. Но она презирает ксенорасы. Ничего. Скоро... Она закроет свой рот. Ну ладно. Лимитки есть? А что такое лимитки? Ну, блин, как вы их там называете? А, черт, ты же студент. Ну, я не военный. Подожди. Кто там гоняет? Я только... Значит... Попробуй сделать еще раз. Чтобы она не ушла со станции. Таков приказ.
Понял. О, пицца. Василиса. Зажигалка. И палка. Больше ничего. Зажигалку можно? Конечно. Храни вас Бог. Так. Майк Стонер. Я наблюдал сбоку. У вас в итоге получилось? Не совсем. Душнилу призвать. Не совсем. Получится. Гигалулей благословляет тебя. Хлопал по плечу. И что вы творите? Благословлял. Рад служить великому Гигалулею. А ваш клич? А что мой клич? Вололо? Это происходит от первых людей. Так как Гигалулей защитник людской расы, мы адепты используем призыв первобытных людей. Скрестил руки, смотрит, кивает в так. Ладно. Я услышал. Я устал. Так. Значит так. Василиса Некрасова не должна улететь на шаттле. Таков твой путь. А кто она? РНД. Он же тоже, ёпта, ученый. Понял. Работай. Бля. Вас тоже благословить? Пиво хотите? Ой, нет, ой, я не пью. Да. Защитник людской расы всегда поможет. Нет! Или Бзарга взяли. Давайте, падре. Благословляю. Славься, Бог. Во-ло-ло! Похлопал по плечу. В
твой путь, чтобы Василиса Некрасова не уж не улетела. Твой путь, чтобы Василиса Некрасова не улетела с шаттла. Выполняй. Господь любит людей и любит тебя, сын мой. Таков путь. Вас тоже благословить? Да. Да? Ну что ты понял, давай. Сделай то, что должен. Ты уже всю станцию благословил и все, блин. Я не подведу. Если я дал человеку оружие, он убил себя, это мой грех? Нет. Нет. Он ведь наложил руки сам. Слава Богу. Вас благословить? Какому Богу? Отцу Гигалурию. Защитнику людской расы. Славься, Бог. Похлопал по плечу. Падру, какой вкус Бога, блять. Твоя задача. Не дать Василисе Некрасовой уехать на шаттле. Понял? Ок. Ебать, у меня тут слейвов. Fucking slaves. Вот же она. А чё? Чё за ней? Ебать, за ней все бегают. За ней трое человек бегают. Сейчас, подождите. Бля, он не... О, всё. Стой. Стой. Господь звал тебя. Иди в церковь. Ты не летишь домой. Изи, ёпта, изи. О, Амелия. Взял Амелию за руку. Ну как ты, дитя? Верни сестре тело. А, сейчас я щелкну пальцами. И ты, душнила, исчезнешь. Погоди минутку. Ладно. Еще раз щелкну, и тогда точно исчезнешь. Сколько долетать? Ой, да все, все. Easy green text. Ебать раунд. Во-ло-ло. Но надо назвать его будет на ютубе. Ага, мусорку. Я, где мой брат? Все хорошо. Он у тебя в голове. Навсегда.
Вы теперь одно целое. Прости, ритуал пошел не по плану. Но мы что-нибудь придумаем. А вот и Василиса. Она не должна была прийти. Она не должна была прийти. Я же сказал, ты не летишь домой. Там Василиса. Что? А зачем ее СБ перетащила? Что? Подождите, мне нужно узнать. Так там Василиса там или не Василиса? Там кто-то плакал, но я так и не понял, кто. А, это Амелия плакала. Блядь, я подумал, что это Василиса. А, они не притащили. А, все тогда, все четко. Дурка, пацаны, дурка. Все четко, но это грин-текст. Отмена плюсота, мужики. Надо теперь добавить смайл минус лот. Типа был плюс лот, надо добавить минус лот. Хороший раунд, отличный, отличный. Но я надеюсь, что вот этот вот первый засчитается. Слушайте, а как распознавать-то с этой палкой? Там даже на Вики написано, что, типа, вы крикните его лос с помощью звукового сигнала, что делает вас не слишком скрытным, но если вы сделаете вид, что это нормально, никто не может пропускаться, наверное. Грин-текст, сюда! О, пизда, заруинил чел. Бля... У меня чел на капитан... Ну, бля... Я выкинул некрасу с корабля. А я ее сам заслейвил, представляешь? Ебать, ему не целый данжен. Чел, который был на... попе, который застрелился. Как-то хуёво застрелился. А священника крутые ощущения. В итоге получилось подстопить. А я ж, да, ее подстопили, она бога бегала, ее заслы. Бля, короче, жесткий раунд. Я до последнего валялся признаков, подняли меня. ГП был генокрадом. Ой, ну что, мужики, в ДБД пару каточек побегать. Да. Не, хороший был раунд. Я считаю, у меня грин-текст, конечно, но все было сработано отлично. Нормально, не, хорошая вообще катка, вообще класс. Бля, ну священник, бля, мужики, теперь есть смысл брать священника-трейтера, знаете почему? Потому что вы сами все видели. Вы сами видели, ой, не то стен. Вы сами видели, как он может слейвить, и этого никто не понимает. Но он слейвит на 10 минут. Ты был трейтером? Да. Я был ротом медицины, парадизм, меня буквально из мертвых возродили с помощью нестабильного мутагена. А надо было, наверное, влог отписать, типа, чела, не ресайте, я все, типа, застрелился. Тут пока влог не напишешь, тебя будут ресать и ресать,